сердце твое замирает от гордости за нашу звездочку. Но так вдохни поглубже. Двойной накал страстей на российской эстраде. Вот это наши ребята. Вот это красавчики. Сегодня ты узнаешь тайны личной жизни Ярослава Дронова. Я уверен, что у нас все сложится с Аллой Борисовной. Я просто это делаю, может быть, 3 часа могу делать в день. Что скрывает восходящая звезда Майкл Матерацци? Не все знают, на самом деле, то, что я Майклом не всегда был, а последние 3 года. А также услышишь горячие пожелания ведущим. Ну и мы вам желаем того, чтобы мы вас это... Что он сказал? Ты думаешь, стать звездой невозможно? И для того, чтобы мировые столицы приняли тебя с распростертыми объятиями, необходимо иметь деньги и связи? Наши ребята доказывают совершенно обратное. Двое молодых симпатичных парней из провинции, Ярослав Дронов и Майкл Матерацци, уже пробили себе дорогу на звездный Олимп. Итак, встречайте, Майкл. Твоей прически все мечтают. Когда кружишься в танце, бегать, и волосы твои летают. Здесь, слушай. Как на обложке глянца. Майкл – перспективный тульский soul and R&B исполнитель, который в свои 25 лет уже нашел свое место под солнцем Нью-Йорка. Студия музыкальная W Record, которая находится в Нью-Йорке, проводила музыкальный конкурс международный. То есть там и Франция, и Испания, и Италия, была Болгария. Я занял 3-е место, и мне присудили... лучший исполнитель R&B 2011, в общем, я в рамках этого конкурса был. И то есть там общался с солистом группы Boyz II Men, известной, очень известной группы, которому я очень понравился. Он сказал мне, чтобы я продолжал петь музыку в таком же духе, соул, R&B. То есть вот с его слов это дало мне какой-то, скажем так, пинок грубый, который меня подтолкнул. И вот сейчас я кое-чего добился, как, ну, в Туле меня много людей знает. И очень востребован, на самом деле, на этот момент. Соул и R&B, знаете... В Туле и в Тульской области никто, кроме меня, не поет. Но на этом наш герой не остановился и принял участие в популярном шоу «Голос». Ну, все было здорово, на самом деле. То есть очень понравилось, судьи. Но, к сожалению, обстоятельства вынудили его покинуть данный проект. Я могу выделить одного человека, которого все знают, как бы это продюсер Дима Билан и, по-моему, парнишки из Челси, Соколовского Влада, это Яна Рудковская. Вот, мы с ней довольно-таки долго... общались, да, я ездил к ней в гости, в ее генеральный продюсерский центр, как бы. Изначально, как получилось, я отправил ей свою запись на мейл, видеозапись, фотографию, она пригласила меня на видеокастинг. И я такой, типа, да-да-да-да. My shady amour, pretty little one that I adore, you're the only girl my heart before, how I wish that you were mine. А теперь Майкл раскроет свою страшную тайну. Сейчас раскрывается великий секрет, который, ну, не все знают, на самом деле. То, что я Майклом не всегда был, а последние 3 года. Майкл, не пугай меня. Да, я был раньше Светланой, а сейчас я стал Майклом. Ладно, раньше я был Романом. Ну, тоже красивое имя, да, Роман Богданов меня звали все. А потом я пришел... Я грабил супермаркет и стал Майклом. А потом я пришел с армии и решил начать все с нуля. И придумал себе имя Майкл. Ну, думаю, Майкл, они все великие. Майкл Болтон, Джордж Майкл, Майкл Джексон. Думаю, пусть я буду тоже Майклом, тем более на русской эстраде еще Майклов нет, я буду первым. Майкл Задорнов, например, здесь у нас тоже крутой чувак. Вы когда-нибудь слетали на дельтаплане? Вам кажется этот вопрос странным? Сейчас вы услышите человека, голос которого унесет вас к небу, как крылья дельтаплана. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Я верю, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Я могу его скопировать, хотите? Давай. Как он поет? Давай. Слушайте. Давай. Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Я верю, только дельтаплан поможет мне. Вот так он поет. А теперь я могу скопировать, как поет Майкл. Давай, Билана, понял?
Билан, какую песню? Тут и там. Нет. Ожиданишь ты суета. Так не бывает, давай. А как? Так не бывает. Что, я так не пою. Да, абсолютно. Мы знаем это рай между нами. Так не бывает. Пусть людям крик не дано, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан. Я просто это делаю, может быть, 3 часа могу делать в день. Это что? Делать этот экшен. Не трогай прическу, не трогай. Этот экшен. Потому что в остальное время суток я дома, и я очень домашний человек, и я неразговорчивый. Самое страшное было выходить первый раз на сцену перед Аллой Борисовной. Это просто было очень странно. Страшно. Когда ты выходишь на сцену, во-первых, ты не видишь их до конца лиц, ты видишь просто сияние, которое исходит от этих людей. Поэтому кажется, что как будто перед тобой полубоги. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Конкуренции никакой нет, да ее и быть не может, потому что, первое, у нас у каждого есть свои индивидуальные черты, и мы не можем просто сравнивать друг с другом, и нас нельзя сравнить. И второе, просто мы одна команда, просто которая создает классный продукт, чтобы его не стыдно было показывать по телевизору, и не стыдно было, чтобы зрители смотрели это. Просто классный продукт, просто классные люди, просто классно работают, вот и все. Больше ничего нету. Все, ничего. Грязные подробности будут? Какие? Грязные. Не будут. А нет никаких грязных подробностей. Придумай сейчас. Как же он мне говорил, да нету. С Аллой Борисовной он бы завис бы. А мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Как бы он малыш, что ему 20, а мне-то уже 25, да, скоро будет? И что я... 21. Что таких, как он, талантливых ребят, я ни разу нигде не видел. Даже в городе Москва, нигде таких, как он, нет, серьезно. Он такой один, и я уверен, что он выиграет этот проект, серьезно. Я готов поставить даже на это, что он выиграет. Я тоже уверен, а особенно я уверен, что у нас все сложится с Аллой Борисовной. Жена как к этому относится, к любви, к вашей? Супруга тоже очень уважает Аллу Борисовну. Она не против третьей вашей пары? Она не против. У нас общая семейная договоренность, у нас своя шайка-лейка, у нас все спланировано. Это все спланировано. Это все не будете разводить богатых старичков, да? Нет, мы будем... Да. Это тебя заколбасило, это там. My love is better, my love is pure. I saw an angel. Вам еще и акапелла надо. Давай, блин, Ярик. Вы не расплатитесь, елки-палки. 50 рублей мы взяли. 50 рублей? Да. Ему хватит. Хватит? За глаза. На метро еще 6 рублей на две поездки. Wake up, call, can't you want a moment with the night you wanna be in my band? Don't you care about me anymore? Care about me, I'm not fit so 6 foot tall, carry 40 wrong, so they had to shoot him dead. He won't come around here anymore. Yeah, come around here, I'm not fit so bad. Ну что ж, мы желаем ребятам дальнейшего развития и покорения всевозможных мировых вершин. И как бы нам ни было жалко, пришло время прощаться. Спасибо вам просто. Большое человеческое спасибо вам и красному микрофону, и вам, Майкл, и вам, Анастасия. Побольше таких девушек, чтобы интервью было более плодотворным. Ну и мы вам желаем того, чтобы мы вас это... Что он сказал? Плодотворным. 1, 2, 3, 4. Это он. Это не сон, красный микрофон, клубный патруль, у них есть руль, вообще нормуль. Здесь Ярослав Дронов и Майкл Матерацци. Здесь Кира и Настя. Настя, просто Nasty Girl. Ну, Ярик, давай добавь что-нибудь. Красный микрофон.